Всем привет! Мы возвращаемся в Dead State Reanimated. У нас неоднозначная ситуация. Мы, во-первых, построили лабораторию научную, а во-вторых, к нам заявилась армейская разведка, как они себя назвали, попросили припасы на обратную дорогу. И за это они хотят замолвить за нас словечко, чтобы нас в первую очередь эвакуировали вертолетом. Это вот как раз утро, насколько я понимаю, после того, как мы все построили. И все бы хорошо, но у нас... Мы пообещали им эти припасы, но у нас по еде прям нехорошо все. Почему у меня механик 5 уровня полы драет? Строить-то нам нечего, мы... А, у нее нет вообще... Мой пока. У него что не хватает? А, чтобы такую сделать, нужно аж 10 науки. А патроны там, это через химию? Антибиотики нужно 5 науку. Светочевый газ. Вот есть можно обычные гранаты делать. Вот это уже серьезно. Нервно-паралитический газ. Поджигающая граната. Граната с таймером. Патроны. И везде нужна наука 8. Рене пойдет со мной. Нам нужно сейчас еды добыть. А вот что делать? Макс на охрану. Вот механики-то уже и не нужны. У меня куча механиков. А все построено. Ну, может, вот динамит надо делать. У нас машин нет, я не знаю, почему горит опция. Поль. Вот он хороший стрелок. Может, поле с собой взять? Мне нужен кто-то четвертый. Они-то мы не берем.
тренируется. Крейг. У него наука 9. Но у него механика 0. Вот это баланс в игре, я понимаю. Чтобы что-то сделать, нужно быть и механиком, и ученым. А в игре или механики, или ученые, причем вообще по нолям. Вот он что может делать. Антибиотики. Не знаю, почему запчасти требуются, наверное, как дрова. Для топки. И он может делать все патроны. Вот это уже ценно. 7,62. Блин, затратно. Посмотрю, какие патроны нужны на ПК. Пусть антибиотики делают, что ли. Дэвис немножко ученый, хороший механик. Помочь даже не может ни в чем. Вот дуг неплохо еще. И стрелок, и дерется. Крейг будет делать антибиотики 120 часов. Гранта даже некуда назначить. Джоди тоже механик. Ну, пусть как бы машиной занимается. Я не знаю, наверное, поле возьму еще. Так-то со мной ходил Крейг. Чтоб тащить побольше было. Вообще-то надо брать от Аниту. Она у меня переносчик тяжести. Регина в группу. Регина, Рене, я и четвертым. Драться 10, а поль. Да, поль-то послабее будет. С нами идет Вик. Трой. Отдыхает. Ну не всем назначил, надеюсь. И Грант тоже. Надеюсь, отпустят они меня.
с не всеми назначенными персонажами. Смотрим, я беру арбалеты вот так. Иду налегке. Рене. Тоже налегке. Собрался брать Вика, он вообще никакущий. Можно на него вот этот надеть, но у него... Давно его не брал, уже не помню, что ему надо. Для полного счастья. Да как, не могу понять. А, весит она 3. И вот винтовку нам делали со снайперским прицелом. Она где? Пистолет с глушителем я видел. Ну все, будет один стрелок. А мы как обычно. Ничего мне не добавилось. О, можно науку качнуть. Механику, лидерство, стрельба. Приходит время стрельбы. Ну все. Уже сейчас машина у нас есть. Откуда?
Так, а если я не хочу брать машину? Светится. Это то, что я еще ни разу не посещал. Вроде такого раньше не было. Это конюшни. Кладбище. Форт Стоктон. Вот старый склад. Это нам подойдет. Нам нужны продукты. Вот стрип-молл. Вот этот нам нужен, наверное, магазин. Я апскейл шопинг. Давайте в молл. Сейчас задача принести как можно больше продуктов. Ну и вспомнить навыки я уже подзабыл немного. Тонкости бытия. Все делается через другое. Уже кровища. Вот тут. Битва за продукты была нешуточной. Перевернутая машина и стоят машете, мотоциклы. Мы хоть и койотов разгромили, но запросто может получиться так, что... С остатками банды встретимся. А чего шит? Я не вижу никого. Че за нафиг? У них там своя какая-то, по-моему, заварушка. То ли внутри. Да, вон он выскочил. Сейчас зомби набежит. Мы лучше у стеночки встретим их. Можешь подождать, пока они там прорядят друг друга.
Койот Энфорсер. Койот Скаут. Как будто они в магазине там дико мочат. Мы сыграем на победителя. Нас они, похоже, даже не заметили. Надо их как-то при... Они заняты. А нет, оттуда тоже летит. Еще и зомбаки прибежали. Все равно 20%. Это великолепная игровая механика. А, это критический шанс 20%. А в этого попасть. Сюда. Побежал. Рано еще. Замбег. Отступать будет некуда. Кровавое побоище. Сейчас еще ко мне сзади поползу. Тут я еще что, опасаюсь. Жрет, жрет, сейчас встанет. И у ребят начнутся проблемы. Он еще идет. Блин, он сейчас всех их поднимет. Ну, зато какая битва мощная. Все, повалили. Стрельбу на... Он слегка ранен, да? Ну, еще на 70-ку накинем. Паника. Ты сзади огляни, что творится. Тебе даже отступать некуда. Сейчас вот эти еще по двое-двое сходят, поднимут вот этих троих. Ногу сидит, ест просто. До сюда 8. Ну и один раз тыкнуть хоть. Нам пора выступать. Хотя смотри-ка, там снутри-то еще летит. Ого-го как. Внутрь иди, внутрь! Мужики кричат женскими голосами, но это уже дело десятое.
По-моему, сейчас самое правильное будет скрыться и подождать, пока вот здесь месиво закончится. Давайте мы спрячемся. Блин, надо было добить вот этот организм. А то они его поднимут. Молоток взял, патроны закончились. Сейчас оттуда должно лететь в этих. Ага. Но они не попадают. На шум идите, на шум. Там накопилось столько же, уже не пройти. Мы ждем. Что у него можно взять? Жалко, вот не видно, что там происходит. Я бы с удовольствием посмотрел. Вот, сейчас у нас тут начнется. Жрут. Вот этого идите, ешьте. Вы уже два раза валили, ему чуть осталось. Сюда. Угу. Молотобоец Б. Отходим сюда, чтобы не сильно их беспокоить. Пусть разбираются. Мне кажется, оттуда сейчас такая пачка выйдет. Зомбированных уже. Можно через заднюю дверь попробовать войти. Зачем мешать хорошей драке?
Смотри, он его забил. Этот в броне стоит, он не сможет его победить. Судя по чату, там махач происходит на 7, на 20 очков. Вдумчиво так. Загнали уже куда-то вглубь. И сожрали. Оба-на. А этот в обмороке, что ли? Вот это номера у нас тут. Вот этот откуда взялся с кувалдой? Кто этот парень с гитарой? Ну давай, вырывайся туда, на плечах зомби. О, еще один. Такого таких интересных не было еще заруб. Между электрониками. Получается, три фракции сейчас здесь месяца, не считая нашей. Одни грабили магазин, вторые ворвались снаружи, пытались отжать награбленное. Началась стрельба и пришли зомби. Зараженный сейчас станет тоже. Не пойму, он в маске какой-то, что ли? Чтобы глазком одним туда заглянуть. Это была живая, она бы стала инфицирована, он ее дожрал, она не станет уже. Ага, идет. Сюда 4. Маленькой еды добыли. Банку консервов. Нет, стало. О, там еще кто-то вон аж какой в маске. Вот их, наверное. Мы пока выжидаем. Ох.
Там внутри что-то вообще прям происходит нехорошее. Вот двое остались еще. Сейчас тут зайдет. Схватка с человеком-невидимкой. Сейчас поближе одного выставлю, чтобы видеть, что происходит. Вот у меня ходов побольше. Жалко, через стекло не видно ничего. Ну это просто герой какой-то. За нас всю работу сделает сейчас. Да, койот броулер. Давайте ко мне уж поближе. Реально броулер. Отравили. Сейчас. А, все, еще и заразили. Блин, сейчас с ним придется драться. Внутри вроде стихло все. Нет, кто-то машет еще. Кто-то там есть, они все внутрь идут. Тебя куда понесло? Не знаю, рискованно все это, но надо подходить потихоньку. Пусть они хотя бы по одному сейчас отцепляются. Вот еще двое, вроде бы трое, даже еще живых нам должно быть. Слишком тесно, не хотелось бы подходить, но с кувалдой надо сюда. А нет, я думал, он меня увидит, пойдет, постоял такой, пошел внутрь. Там что-то нереальное происходит. Все, ты здесь, на всякий случай. Блин, нужно было добивать.
Там человек 6 еще. Организмов 6, судя по крикам. Ох, блин. Попало, хорошо попало. А, можно же попробовать вот так. Руки так и не сломал. О, это сломал вообще хорошо. Шаг. Вперед шаг сделай. Вот остался один. Под вопросом персонаж. Этот хоть без кувалды теперь. Рене специально стоит. Одевки, которая не прокусывается. Он демейджит. Они его грызли, он все еще undamaged. Все. Хорошо. У нас не забалуешь. И все, а внутри? Ну что, сходить внутрь посмотреть? Блин, ты же заколебешься сейчас их так обыскивать. Сначала собираю всю еду, а там уже если место останется. Еда? Ну и еда тоже. Чипсы, всякая фигня. Что за нож, мачете? Загадочные консервы, думаю, с них мы болеем.
Этого не помню, мы успели посмотреть, нет. Ну все, тогда давайте внутрь. Блин, то я пробил ножом. С медикаментами это тоже полезно. Тунец, банка чили. Она. Мол, и чем хорошо, то что в них много чего продается, но плохо то, что этого всего мало. Опять медикаменты. Вообще все подряд. Блин, я все выгреб. Я думал, они успели сюда спрятаться, поэтому тут затихло. Никто никуда не успел. Даже полки, ящики нельзя смотреть. Ну, получается, это все. Меня с таким домой не пустят багажом. О, хоть сахар, блин, весит дофига. Регина, любишь сладкое? Thank you.
DVD-плеер. Их уже штуки три. Информации много, толку мало. До крыс, я надеюсь, мы не дойдем. Может, он нужен по повару будет. В кафешку удачно заглянули. Топливо с мотоциклов там с той стороны. Нет, все это все строения. И на 4 мотоцикла всего одна канистра была. Этого мало. Здесь я был? Нет еще. А, был, это же круг сделал. Не оправдал, мол. Загрузиться тогда их вещами, так как мне их уже и не надо. Пустить на переработку. А если зайду куда-то еще на обратной дороге? Регина, все. Если зайду куда-то на обратной дороге, то выкину. Ненужная там
Я, кстати, не помню, машину посмотрел или просто прочитал. Оба-на. Два патрона принесла. Небольшой запас у нас есть. Одиноко стоящая газовая станция. Какая. Посмотрю ее уже в следующий раз. Тут все чистенько, благородненько. Мол, посетили в этой серии, нормально там шоу устроили нам зомби с бандитами. А в следующий раз уже прочешем станцию и пойдем обратно домой. Потому что сколько еды принесем, столько принесем. А вам спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока.